Всем привет! Сегодня будем промывать лошадке удаленный зуб. Удален был Станиславом Новицким 5 дней назад. По наблюдению за лошадью, лошадь бодра, весела, никаких признаков, никаких отклонений не показывает. Гуляет она только когда тепло. На данный момент пару дней она стояла, потому что был северный ветер, и где-то в районе минус 15 держалась погода, поэтому мы не рискнули ей выпускать. Кушает она, как обычно. Поэтому давайте с вами проведем все прописанные процедуры. Процедуры повторяются утро и вечер. И еще у нас прописаны уколы. Уколы у нас делает Сергей. У него рука более набитая, он быстренько чпок-чпок, лошадь хорошо реагирует, поэтому колет он. Так, ну, приступим. Недоуздок мы с лошади снимаем, так как лошадь, она натирает. Как раз место попадает подбородный ремень недоуздка на рану. По поводу шприца Жанне. Неудобно самостоятельно этим шприцом промывать, искать человека, который поддержит лошадь. Мало народу и постоянно нужно подстраиваться, времени, в общем, нет. Поэтому, если таким шприцом промывать, то, конечно, должен один человек фиксировать лошадь, второй из двух рук надавливает на шприц. Одной рукой, ну, мне сложно, у меня рука маленькая, поэтому неудобно, лошадь дергается, нервничает, и поэтому, ну, еще и учится как бы нормально не относиться к процедурам. Я заменила шприц на 50-кубовый. Вот, я пододвинула стульчик, чтобы нам было удобно лошади промывать. Поближе поставила, чтобы все было под рукой. Не забываем, все такие дуры, любые раны, все делаем в перчатках. Потому что многие забывают об этом. Ну, чтобы не занести там лишнюю заразу, инфекцию. Мы же все равно то туда, то сюда руки. Пока мы дошли до лошади, пока мы ее пристегнули, мы уже нахватались. Поэтому одели перчатки. Лошадку не пугаем. Лошадка должна стоять спокойно, не паниковать. Набираем фурацилин. Я возьму еще салфеточки, чистенькие стерильные салфеточки. В первую очередь мы ей промываем рану. Вставляем шприц в рану и под напором промываем. Так повторяем несколько шприцов. Ну, где-то у меня выходит 5-6 заходов по 50 мл. Все, вымылось, все размылось. Вокруг раны все хорошенько. Отечности у нее нет, сукровицы нет, запаха какого-нибудь такого не свойственного для нее нет. Ранка чистенькая, хорошенькая. Далее мы берем флоргексидин и изнутри также промываем удаленный зуб. Также делаем несколько подходов. Отодвигаем губу и на удаленный зуб вливаем. Я беру фонарик на голову, чтобы было видно, как правильно изнутри, ну какая там рана, как куда вводить, чтобы не промазать и не раздражать рану. Обязательно используем полотенце, потому что все протекает. Я здесь поставила мусорное ведро на время процедур и весь мусор сваливаю сюда. Так, далее мы берем серебро, болтаем и набираем в шприц. У нас там надо 2 по 10, я беру 1,20. И также в полости рта вливаем серебро. Здесь нам нужно будет подождать 5 минут, пока будет идти время. Я и обработаю чимиспреем. И спокойненько я создаю такой шипящий звук, чтобы лошадь думала, что это от меня звуки исходят, а не от спрея. Часто лошади спреев боятся. Хорошенько обработали снаружи. Как бы чуть-чуть прикрыли рану. Нам понадобится люголя раствор, где-то 5 мл. Берем и набираем также. О, отлично. Ровно 5. Последним этапом вливаем раствор люголя. Проверяем по списочку, все ли мы делали. У нас остается уколы, Серега подходит, позже укалывает. Колется флунеджект и гепатоджект. По дозировкам не буду вам рассказывать, потому что это, как вы же понимаете, каждой лошади индивидуально. Промываем мы, получается, я утром мою метрогилом, а вечером флоргексидином. Так как и прописано, что нужно чередовать. Все, в принципе, все. Мы лошадку ставим на место. Все проверили. Все у нас правильно. Далее мы также наблюдаем за здоровьем, смотрим, какой у него аппетит. И выпускаем гулять, когда тепло. Как я поняла, чтобы лошадь не застудила свой зуб. Потому что на холоде, видно, рана может застудиться.
Все, лошадь у нас молодец. Да. Вот так у нас рана выглядит изнутри. Она уже обработана. Мы ее с вами промыли, как итог, и запшикали чимиспреем. Не угощаю, потому что промывали, пускай лекарство сработает, чтобы лошадь не это. А так бы желательно было, конечно, если рана на ноге там или еще где-нибудь, угостить. Все, всем пока!